Успей поставить лайк и подписаться на канал за 3 секунды сможешь. Раз, два, три. Вот он шлёпа. Дублируем шлёп. Раз, 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 раз. Раз, 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 раз. Вот сколько создали шлёп, ребят. Может еще создать? Давайте еще создадим парочку. Здравствуй, шлёпа, ты не против, если я тебя дублирую? Оп, оп, оп. Короче, ребята, я дублирую шлёпу, чтобы в дальнейшем соединить шлёпу верёвкой. Выбираю веревочку. Оп, не ниточку какую-нибудь, потому что это будет, ребята, очень крепкая веревка. Ведь только крепкая веревка может выдержать такие кубы шлепа. Вы даже не представляете, сколько они весят. Ну что, ребята, в дальнейшем все вот это вот чудо я прилеплю к очень тяжелому предмету. Видали, сколько у нас шлеп? Мега супер тяжелый предмет. Как же ты будешь выглядеть? Например, вот так, ребята. Очень тяжело, по-моему, очень тяжело. Возьму вот здесь и вот здесь. И как обещал, все приварено к очень крепкому предмету. Что же будет дальше? Может, нам что-нибудь еще к шлепе? Самое-самое что-нибудь прилепить. Давайте посмотрим. Например, тачку, точняк. Только какую тачку? А что если самую здоровую? Вот такую. Возьмем центральную. И вот эту боковую точечку шлепы. Все, тачка прилеплена, ребят. Тачка реально ездит. Но я не буду вам показывать. Смотрите, теперь я запускаю этот тяжелый предмет вниз. И что же получается со шлепой? Давайте будем смотреть вот отсюда. Это будет очень красиво. Или вот отсюда. Давайте, вот это самый красивый видок. Так. Так, ребята, притягиваем к себе предметики. Он начинает натягивать уже шлеп. Посмотрите, кидаем. Все, смотрим. Вот оно, все наше добро полетело вниз. Смотрите, ребята, и даже тачку за собой потянуло. Ничего себе, тачка просто вертится сальтом. А шлепы как бусы. Смотрите, как бусы просто летят. Короче, ребята, тачка вообще страдает, конечно, по конкретно. Ну что, кому такие бусы подарить? Воу, ребята, вот это, кстати, очень тяжелый предмет, лучше его запускать. Воу, все оторвалось, ребята, у нас веревка оторвалась, ничего себе, а куда у нас бусы-то? Что с бусами? Бусы растянулись как-то. Это что такое, ребята, как это так получилось? У нас бусы порвались. Ну ладно, ребята, двигаемся дальше. Следующее испытание над шлепой. В втором испытании именно сюда я помещу других чувачков. Для этого нам нужно осветить это место, чтобы здесь было все видно. Вот еще. Нам нужен больше света, больше. Ну что, лампочки уже светят? Хорошо, по-моему, нормально. Короче, сюда мы засунем... Кого? Может, Бингуса? Может, шлепу? Нет! Мы сюда засунем Эльгату. Эльгату, ты где? Эльгату! Ребят, это Эльгата. Только что-то он темноватый. Ё-моё, а чё я лампочки-то прилепил тогда? Короче, нужно их пониже опустить немножечко. Давайте, чтобы Эльгата было видно. Эльгата, там тебя уже видно? Во, уже видно! Отлично! Ребят, смотрите, он уже стал лучше виден. Лампочки у нас, короче, светят. Все работает. Давайте его сделаем немножечко, не знаю, больше. Ты не против, если я тебя дублирую? Раз... Так, котик, два котик, три котик, четыре котик, пять котик. Ребята, посчитайте котиков и успокойтесь. Короче, это успокаивает реально. Смотрите, сколько у нас здесь Эльгата. Эльгата не знает, что их сегодня превратят в котлету. Короче, но ничего, ребята. Если вы не знакомы с Эльгата, Эльгата у нас не настоящий кот. Эльгата у нас бумажный котик. Вот, смотрите, реально, видите, он сделан из бумажки. Короче, ну что, ребята, скоро все начнется. А перед просмотром... этого ролика, я забыл вам сказать, что меня зовут Нубастер. И я жду лайкосик на этот видосик. Смотрите, они начали под мою песенку танцевать. Ладно, я не буду продолжать. Я буду лучше на кнопку нажимать. Ну что, готовы, ребята, готовы? Готовы, 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 готовы? Готовы, хорошо. Смотрим, ребята, сколько Эльгата сомнет этот пресс. Ну что, мне уже не терпится. Нажимаем, ребята, смотрите, 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 что с Эльгато. Ничего себе, ребят, всех в лепешку. Как думать, там кто-нибудь остался? Я даже не знаю, я даже переживаю немножко. Ладно, смотрим. Все, ребят, все Эльгата бумажки превратились в... Ну, вы поняли, короче, ребята, а как? Вы можете оттуда уйти как-нибудь? Ребята, они не уходят. Эй! 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 Эй, никто не хочет уходить, ребята. Может, их как-нибудь попробовать удалить? Ну-ка. А, и не удаляются, ребята. Теперь там так и валяются. Ладно. Теперь, короче, мы сюда засунем шлепу, наверное. Не знаю, давай не засунем сюда одного шлепу. Но мы просто сделаем его побольше. Ну что, шлепа, ты готов? Ну что ты отворачиваешься? Что, не хочешь, что ли? Ну что ты вредничаешь, шлепа? Ляг сюда, ляг. Все, ляг. Лег, лег. Так, теперь мы тебя увеличим. Ты готов?
Не шевелись, это не больно, это даже прикольно. О, видишь, увеличился. Хорошо, давай тебя немножко поближе к себе. Вот, уже все, уже молодец. Вот теперь, сейчас конфетку тебе дам. Подожди. Ты сейчас не взорвешься случайно? Ой, боюсь я, что-то боюсь. Давай тебя немножко все-таки уменьшим. Вот, все, готов. Сейчас все будет. Нажимаем на кнопочку и смотрим, что будет со шлепа, ребят. Я просто в шоке. Эту машину, оп, нос взорвался. Только что, ребята, только что шлепа взорвался. Короче, что от него осталось? Смотрим, коты на месте. А шлепа, что шлепа остался? Какой-то квадрат, ребят. Я его хотел взять, а он пропал куда-то, короче. Ну ладно, давайте теперь знаете, кого засунем? Человека за окном, прям сюда, ребята. Ну, прежде чем мы засунем этого, я хочу наказать вот этого чувачка. Ну что, Бингус, ты готов? Что ты на меня смотришь? Тебе крышка, короче, мальчик, давай. Что такое? Нет, я тебе конфетку не дам, что так на меня смотришь. У тебя просто крышка. Варите его за шалу, но ему ничего. Ладно, пока там Бингуса. Короче, плющик, давайте поищем, где здесь у нас человек за окном. Реально, где-то здесь он есть, ребята. Ну что, Бингус, там в порядке еще? Сейчас, ребят, найду. Ну что, ты взорвешься уже, нет? Короче, ребят, что-то он не хочет плющиться, поэтому я сделаю вот так, ребят, смотрите. Возьму человека за окном, да не одного, троих. Хоть в одном видосике вы видели? Такое, как он у Бастера, а? Три человека за окном, и они не просто за окном, они уже под окном, точнее, в прессе. Ну что, давайте. А что вы на меня так смотрите? Что вы так на меня смотрите? У меня конфетки нет, ребят, смотрите, они за мной наблюдают. Хорошо. Хорошо, сейчас все будет. Ну все, готовы? Раз, два, пять, вот ведь все. Ой-ой-ой, я даже боюсь, я даже подальше отодвинусь. Ну что вы на меня так смотрите? Ребята, что-то они, короче, это... Ничего не получается с ними, давайте их попробуем подорвать немножко. Готовы? Пам! Даже лампочку взорвал. Вы еще живы? Вы еще здесь, ребята? Ребята, человек за окном реально сильный. Смотрите, на него не действует... Ёлки-палки, у меня упала моя конструкция, ребят, короче. Лампочки что, разбились все? Ребята, все лампочки разбились, смотрите. Вот это номер. Ладно, давайте как-нибудь сюда его поставим, короче, чтобы не мешал. Открываем пресс. Лампочки туда все попадали. Вот они сейчас должны упасть туда, хорошо. Человек за окном, ты реально мощный чувак. Я даже не знаю, что с тобой делать. Дай-ка подумаю. Куда же тебя засунуть? Хорошо. А что, если тебя засунуть в шредер? Ты тогда не будешь так на меня глазеть, смотреть, а? Что, человек за окном, ты опять на меня так смотришь, да? Ну все, я разозлился. Ты даже не убедился, что здесь тебе просто... Тебе страшно? Он смотрит на меня всегда, ребят, всегда. Смотрите, куда я не хожу, он всегда на меня глазеет. Своими глазками, алмазками. Оп, говорит. Ну ладно. Что, готов? Что, готов, чтобы с тебя сделали плов? Ты где? Так как тебя взять? Подожди, ты что такое? Ты что, червячок же... Так, жучок-червячок, ты что, не берешь, что ли? Не понял, ребят, не берется совершенно. Смотрите, куда спрятал точку, за которую я могу взять, ребята, ладно. Ничего себе, что бывает. Вот так вот. О, смотрите, его просто сейчас. Ты как там держишься, не понял? Ты как там на пяточке-то стоишь? Ты что там, как-то... Ты что ты... ты... ну-ка быстро туда. Ну ладно, прямо сейчас туда тебя. Вот так вот. Да как так-то? Да как так-то? Не может быть этого. Да не может быть. Да как ты так держишься-то там? Ну-ка, сейчас Эльгата проверим. Эльгата, иди. Покажи этому. Эльгата тоже не хочет лезть в шредер. Ну, конечно, кто захочет шредер. Да не бойся ты, мальчик. Там ничего такого. Ну-ка, смотрим. Эльгата, да как? Да что ты? Да... Что такое? Почему никто не хочет в шредер идти? Ребята, что такое? Не понял. Короче... Ну, шлепа-то точно пойдет. Ну-ка, шлепка, давай-ка. Для начала мы должны понять, какой вообще шлепа. У нас есть вот такой шлепа. Вот такой поменьше шлеп, побольше шлеп. Давайте самого маленького. Он сам смелый. Вот летит. И куда-то он. Ничего себе! Вы видели? Вот это я понимаю, вот это красота. Ничего себе! Кстати, человека за окном-то уже нет, ребят, смотрите. Его съел шредер. Ладно, давайте теперь шлепа посмотрим, ну-ка. Ничего себе! Вы видели, ребята? Не-не-не-не-не-не. Эту красоту нужно сделать по-другому. Для начала я выберу конструкции. Ага, вот сюда зайдем. И теперь мы выберем наш, точнее, мой любимый вот этот контейнер. Контейнер я помещу вот сюда. Отлично! А на контейнере я сделаю шлеп.
Ну, шляпы. Вот эти, по-моему, самые-самые крутые, ребят, самые крутые. Их я и возьму. Они взрываются, ребята. Тут еще, кстати, какой-то шлепа есть. Вот такой. Смотрите, вот такой. Хорошо. Давайте, вот так сделал. Эльгата, я так понимаю, человека за окном брать бесполезно. Они реально короче, ребята. Ну, ничего с ними не происходит. А тут уже шлеп просто вон сколько. Они все не понимают, что с ними происходит, но сейчас все поймут. И оп, убираем. Тихо. Бам-бам-бам-бам-бам-бам! Ничего себе! Эльгата до сих пор здесь стоит. Ну ладно, не будем его мучить. Давай, короче, да что, ты не хочешь встать? Вот здесь стой, и все. Короче, что говоришь? Говоришь, сделать все поинтересней? Ну хорошо. Я тебя понял. Что если нам сделать мега-супер конструкцию? Ребят, смотрите, чего я додумался. Сейчас мы заходим в конструкцию. Берем самый тяжелый вот этот вот материал. Этот материал мы ставим вот сюда. Окей, хорошо. Он пойдет туда и... Так, нет, давайте его поближе поставим. Сейчас вы все поймете, будет интересно. Реально, ребят, смотрите, будет интересно, полезно. Сюда мы прилепим шлеп. Так, шлепы, собрались все. Боком хотите? Ну, чтобы вас за ухо цепляли, хорошо. Короче, шлеп, ребята. А другие шлепы так ставят, хорошо. Смотрим, сколько здесь шлеп. Давайте, ага, здесь мы сделаем еще не просто так, а сделаем здесь просто немножко другую конструкцию. Не как в начале ролика. Они будут реально цепляться друг за друга. Смотрите, теперь мы берем веревочку. Самую мою любимую веревочку. Ведь веревочкой в этой игре можно прикрепить все что угодно. Даже занос шлепы, вот. Ну почти занос. Так вот занос, смотрите. Оп, и... Вот сюда. Это что такое здесь? Ничего себе, что я только что увидел. Это было опасно. Короче, смотрим, ребята, дальше. Оп, оп, короче. Пока что я сделаю конструкцию. Вы приготовьтесь, потому что может быть просто все здесь опасно. Я не знаю, что здесь может быть. Давайте ее прилепим как можно сильнее. Смотрите, ребята, ничего себе. Веревочка точно не порвется. Эльгата, ты вообще смотришь? Ты что-то сам сказал, хочешь такое все посложней? Но сам не смотрит. Короче, не глазей. Ладно, ребята, давайте посмотрим, что здесь есть. Что здесь есть? А здесь много шлепы есть. Ладно, давайте, короче. Сейчас эта вся конструкция, когда я ее запущу, она реально упадет прям туда. Так. Так, окей, давайте, нам надо водителя. Водителем кто будет? Вот. Вот он будет водителем. Ребят, смотрите. Ой-ой-ой, все падает, все, ребят, смотрим, смотрите. О, ничего себе. О, во-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 во. Она все... Все, ребят. Не очень-то конструкция, короче, это шлепа оказался тяжелее, чем этот вагон. Давайте это все туда. Ничего себе, красотень какая! Ребят, вы видели? Вот это реально было красиво. Тоже, конечно, красиво. Да, я тоже, реально. Ладно, ради вас я сделаю вот что. А что, если нам запустить тачку? И не просто тачку, а на прокачку очень красиво. Давайте посмотрим, какие у меня машины вообще есть на сегодняшний день. Например, так, у меня есть мега-супер вот такие машины. У меня есть катера, у меня есть лего-тачки, у меня есть маленькие тачки, автобусы, танки. Здесь получается, что это такое у нас? Что это такое? Не получившаяся машина. Хорошо, это тоже не получившаяся машина. Мы ее не будем, короче, брать. У меня есть Roblox тачки. О, ну это не очень интересно добавлять в Shredder, я не знаю, ребят, если честно. Давайте посмотрим, какие. Вот это уже интересно в Shredder добавлять, да? То есть, получается, смотрите, сейчас мы сядем в это чудо-автомобиль. Так. Как здесь его заводить? О, спасибо, что вы заплатили за проезд. Спасибо, это ты заплатил за проезд? Ладно, поехали, ребята, газуем туда прям в Shredder. И мы будем вылазить из машины этой или нет? Ой-ой-ой, ребята, что происходит? Смотрите, вид от первого лица. Что будет, если попасть в Shredder в этом? Ну что, кто там еще за проезд? Нет, не заплатил. Ну все, я катапультируюсь отсюда. Оно вылетело, это просто обалдеть. Вот это, конечно, автобус. Так, автобус, обобус. Давайте посмотрим, кто здесь у нас еще есть. Так, но это мы добавляли в каких-то роликах. То есть тачку Бэтмена я помню, что мы добавляли. Так, здесь, ну что, интересно, коробка вот эта. Ну, как ее, ну не знаю. Интересно ли вообще ее в пресс засовывать? Ее лучше так засунуть и просто посмотреть. А чего ожидали-то? Тачка из коробки. Моя, кстати, любимая тачка, которую можно в пресс засовывать, это вот эта. Сейчас я вам продемонстрирую.
Вот, чтобы можно было видеть всю тачку. А это я вон там сижу. Ну ладно, поехали, смотрите. И опа, смотрите, ребята. Она должна так взорваться, приятно. И колеса тоже, и тоже, давайте. Ничего себе, ребят, вы видели? Вот это было, кстати, классно. Эльгато, ты в шоке? Я в шоке. Ну что, последнее, самое последнее препятствие, которое я хочу протестить в этой карте. Обалденно много шлеп. И все это будет прилеплено к очень тяжелому материалу. Ну что, давайте соорудим поболее круче. Смотрите, ребята, то есть получается вот это все, вот эти все шлепы просто бутерброды, они, короче, просто залетят в шреддер. Как только вот эту штучку я опущу, все это полетит вниз. Ну что, ребята, не ухватитесь вы даже за карниз, вам ничего не поможет, потому что вот эта штука, она очень тяжелая. Ну что, все, я уже реально, давайте, ну ладно, еще вот так вот сделаем. Вот так вот, чтобы все точно по математическим расчетам полетело вниз, хорошо. Ну что, готовы, ребята? Все, это будет мега-супер крутой эксперимент. Кстати, это тот самый наш тяжелый эксперимент. Ой, предмет, ну все. На счет три. Раз, два, три! Воу! Ребята, все летит вниз. Этот предмет вылетел почему-то. Вылетел, короче. Ладно, мы запускаем опять вниз, и он взрывается! Шлепы остаются. Кто у нас самый последний шлепок? Кто у нас самый выиграл? Вот эти трое. И вот эти тоже, чуваки. Эти вообще уже на грани боится. Ну, как боится сказать? Вот этот, походу, боится, а тот не боится. Короче, ну что, давайте посмотрим, если вот эти бусы снова туда запустить. Опаньки! Бусы все взорвались, ребят. Короче, ничего, неплохо, короче, неплохо. Сегодня мы реально сделали мега-супер-эксперимент со всеми шлепами, со всеми Эльгато, и даже засунули Бингуса, и даже человека за окном. Ну что, ребята, ставь лайкосик на видосик. Если есть у тебя вопросик, то напиши его в комментарии, кокосик. Ну все, погнали. Точнее, я погнал, я полетел. Ну, точнее, куда? Ну, скоро... Ну, короче, ладно.